Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным местам Священного Писания. И сегодня, отталкиваясь от текста Евангелия от Марка, 4 глава, 25 стих, мы зададимся вопросом, как можно отнять у того, кто ничего не имеет. Я прочитаю Марка 4, 25. «Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». И в противоположность этому стиху Евангелие от Луки 12:48, «А который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше». А всякому, кому дано много, много и потребуется. И кому много верено, с того больше взыщут. Казалось бы, совершенно противоположные смыслы у этих стихов. Но речь идет совсем о разных вещах. Вот первый стих, то, что нас заставило задуматься, Марка 4:25, «Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». О чем это? Например, человеку дается какое-то поручение. Ему оказывается доверие совершить какое-то послушание. Ничего из того, что он будет совершать, оно как бы ему не принадлежит и не является его инициативой. Если это перенос вещи с одного места на другое, это не его вещь. Он просто соглашается принять в этом участие и не справляется. И не справляется. И вот эти слова... У того отнимется и то, что имеет, как он думал, вот ему дали такое поручение, они означают, что ему больше никогда не доверят такое послушание, которое ему доверили, и он с этим не справился, если, конечно, в нем не распознают какие-то новые качества положительного характера. А Евангелие от Луки 12:48, «А который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше». Здесь речь идет о человеке, который не знал закона и что-то нарушил. Скорее всего, речь идет о чем-то серьезном. Наказание будет, но не такое серьезное, если бы он знал. Потому что если человек знает и нарушает, он бросает вызов законодателю, по сути дела, Богу. Поэтому объектом каждого нашего преступления в таком случае оказывается Создатель, который дал заповедь. И грешник, нарушая заповедь, он не просто нарушает закон, он оскорбляет законодателя. И вот это, конечно, серьезная проблема. Блаженный Феофилакт пишет, «Господь побуждает учеников к бодрствованию. Замечайте, — говорит, — что слушаете, не упускайте ничего сказанного мною. Какой мерой мерите, такой отмерено будет вам». То есть, в какой мере вы внимательны, в такой мере получите и пользу. Тому слушателю, который внимателен, всегда и при том высшей степени воздаст Бог и награду великую, а медленному человеку соразмерная будет и прибыль вознаграждения. Кто будет иметь ревность и усердие, тому дастся и награда, а кто не имеет ревности и усердия,
у того взято будет и то, что он думает иметь. То есть он это не имеет, но он это думает иметь. Ибо по причине лености гаснет в нем и та малая искра, которую он прежде имел, подобно как от усердия она возжигается. А если усердия нет, то гаснет. Таким образом, мы видим действительный смысл, это не в какой-то там прибыли, не в каком-то там бизнесе, а усердие постижения слов Бога, верность им, согласие с ними, воспринятие каждого божественного глагола как божественного руководства к действию. Вот это важно, это имеет огромное значение. Берегите себя, подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вам вовремя получать информацию о новых беседах.